Здравствуйте. Сегодня мы будем разыгрывать одну красивую женщину. Мы приехали к ней в дом. Дело в том, что мы придумали такую легенду, что здесь постоянно нарушается порядок, покой граждан. И, собственно говоря, сейчас мы ворвемся в ее хоромы, нарушим эту идиллию праздничную. Она сегодня отмечает день рождения. И попробуем ее разыграть и после этого спеть песню. Посмотрим, что из этого получится. Поехали. Добрый день, граждане. Участковый Нургалиев Александр Александрович. Здравствуйте. Отмечу, на ОСУ поступила жалоба, то, что нарушаете покой. Причем уже в прошлом году были жалобы на вас. Вот. Чем сможете объяснить? Здравствуйте. Здравствуйте. А вашу душу пришли. Нарушение покоя. Соседи. Были жалобы неоднократно. Угу. Вот. От кого? От соседей. Давайте, Хамир, пожалуйста. Добрый день, Снур Александрович. Нам стало известно, что сегодня у вас день рождения. Да. Вот. Мы вас, несомненно, с этим праздником поздравляем. На самом деле, день вовсе не в этом. Так. Получается, на Новосибирском судом города Казани вы обвиняетесь в превышении допустимой красоты и ослеплении всех мужчин этого прекрасного поселка Саконы. Так что от лица Казанского города мы поздравляем с днем рождения. Держите. Это вам. Счастья вам, здоровья побольше. И наш небольшой презент добавок. Небольшой вам сюрпризик, мы споем для вас песни. Я вижу, я снова вижу тебя такой. В дерзкой мини-юбке, что мой покой, мой сон, превратили, шутя, в тебя, а-а-а-а, я умоляю тебя. Пусть все будет так, как ты захочешь, пусть твои глаза, как прежде, горят, я с тобой отдать сегодня, ты ночью, ну а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Алсу, еще раз с днем рождения. С днем рождения тебя. С днем рождения, Алсу. С днем рождения тебя.